Оформление кредитных каникул, устройство ребенка в детский сад, медицинская помощь престарелым родителям – вопросы, с которыми родственники мобилизованных обращаются в различные инстанции. Чтобы получить ответы оперативно из первых уст, в Самаре в третий раз провели единый консультационный день. В ДК «Заря» на одной площадке родственники мобилизованных самарцев смогли задать интересующие вопросы главе города Елене Лапушкиной, главам районов, представителям департаментов, министерств, банков, налоговой службы, службы судебных приставов и других ведомств. Здесь присутствует и нотариальная палата, и пенсионный фонд, и служба занятости. Конечно, в первую очередь присутствуют и специалисты военкоматов, если вдруг у родственников возникают вопросы по линии выплаты каких-то пособий. Конечно же, здесь присутствует и городская прокуратура для того, чтобы сразу принимать меры в случаях, если то или иное учреждение в какой-то степени не очень быстро отреагировало на вопросы мобилизованных. В Самаре на каждую семью мобилизованных оформлен социальный паспорт. За семьей закреплен куратор, который находится на постоянной связи, держит на контроле все возникающие вопросы и помогает с их решением. Отработан и механизм оказания медицинской помощи родственникам мобилизованных, детям, родителям, женам. Единый реестр семей ведет госпиталь ветеранов войн. А в каждом медицинском учреждении города и региона назначены лица, ответственные за помощь семьям мобилизованных. В случае обращения родственников передается просьба или там в поликлинику, которой прикреплены родственники, и проблема отрабатывается в течение 3 дней, с родственниками связываются и оказывают помощь. Как правило, это оказание помощи в получении инвалидности, в консультации каких-то специалистов узких, ускорение там диагностических обследований. Межведомственные встречи планируют продолжить и дальше, поскольку такой формат общения показывает свою эффективность и востребованность. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.